Водное поло – игра не для слабаков. Ульяновские спортсмены подтверждают это на каждой тренировке, постоянно оттачивая новые движения и передачи. Тем более, что стремиться есть куда. Команда из Ульяновска принимает участие в чемпионате Приволжской лиги Национальной ватерпольной ассоциации. НВА – это Национальная ватерпольная ассоциация. Она создалась в Москве еще 3 года назад. Она называлась Национальная любительская лига по водному полу. А с прошлого года она называется Национальная ватерпольная ассоциация. Она включает в себя фитнес-лигу, школьную лигу, студенческую лигу. И первую лигу – это команды, которые играют по большому водному полу. И также мини-водному полу. И под этой эгидой была создана вот Приволжская лига. Момент исторический. Первый тур, первый в своем роде чемпионат и первая игра. И все прошло в Ульяновске на базе бассейна «Спартак». Место для старта выбрано не случайно. Именно с подачи активных ульяновцев Национальная ватерпольная ассоциация обратили внимание на большое количество команд, играющих водное поло по всему ПФО. Поэтому и решено было создать свою собственную лигу. Это очень тяжелый вид спорта, в котором нужно уметь плавать, играть, мыслить головой. Ну, сами понимаете, это вода. Поэтому это очень хорошо, что у нас есть вот эта лига, в которой мы будем принимать участие. И пускай чем больше команд, тем лучше. В первом туре участвовали сами хозяева бассейна, а также гости из Самары и 2 команды из Казани. Наша команда приехала очень маленьким составом, всего 5 человек. Играли без замен, было очень тяжело, но сделали все, что смогли, в принципе. Старались, играли до последнего. Второй тур чемпионата пройдет 30 марта в Бузулуке Оренбургской области. К уже заявленным участникам присоединятся спортсмены из Уфы, Саратова и Оренбурга. Финал чемпионата пройдет в мае в Казани. Анна Тищенко, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.